Всем привет, вы гостя на канале Семья на чемоданах, с вами я, Славян. Сегодня... Видели бы вы сейчас Настеньку? Это все осталось за кадром и останется. Сегодня приглашаю с новый влог, где мы с парнями потренируемся. Сейчас посмотрите, на чем и как. Где я порадую Мирошку, еще пожалуюсь немножко на себя. И отправимся с вами в Аланию смотреть замечательный закат на самый лучший пляж. А еще откроем для себя очень вкусное заведение. Ставьте лайки, пишите комментарии и погнали. Совсем скоро я вам покажу момент, как здесь дела обстоят со стоматологией. Потому что по ходу дела я попадаю на историю с зубом, стал он у меня очень ныть. Я сейчас пью уже третий день подряд обезболивающее. Вот, поэтому в ближайшие дни я доберусь до стоматологического кабинета, либо клиники, либо как оно там правильно называется здесь. Буду лечить зуб, скорее всего попаду под рентген, под удаление нерва и что там, пломбу ставят. Вот, и скорее всего это даже будет не один зуб. Так что такие вот моменты нас с вами ждут. В самое ближайшее время буду с вами делиться. У нас есть страховки, мы делали страховки для ВНЖ, но я как знаю, что они не покрывают лечение зубов. Ну, в принципе, это не совсем важно, потому что есть, скорее всего, какие-то государственные истории, чему я не совсем доверяю. Ну и в принципе мы уже много лет получаем медицинскую помощь всегда в платных клиниках. Ну, когда вот мы жили, например, в России, всегда обращаемся именно в платные. Сейчас идем с мальчишками покататься. Им Дед Мороз подарил ролики и скейт. Вот здесь у нас, там, где проводят рынок, очень клевый бетон. Поэтому будем кататься там. Думал поехать в скейт-парк в Аланию. Но учитывая, что беспокоит зуб, нет особого кайфа, короче, ехать. Ну, возможно, поедем после обеда, либо уже завтра сгоняем, пока не знаем. Вон, видите, какое пространство есть. Солнечная сторона есть, тенечек, бетон. Будет учиться Тёмка на скейте. Ну, они умеют, конечно, не так хорошо, но, тем не менее, надо учиться держать равновесие. Ну, а Роди, конечно, да, будет на роликах учиться. Какая зима, такие коньки, да, сынок? Ну да. Да, вообще, конечно, надо в дальнейшем купить защиту. Особенно, чтобы защищала кисть. Потому что вывих запястья, это, конечно, еще то удовольствие. Я-то, конечно, все это дело проходил и падал, и чем только не ударялся. И это, конечно, неприятно. Учимся стоять на роликах. То есть сейчас выполняем первое упражнение, это просто вот ходьба. Родион, получается, просто сейчас на них идет. Ему нужно привыкнуть, что колесики постоянно крутятся, и ты как бы постоянно едешь. Вот, ножки держим правильно, вот так вот прямо, всегда прямо, вот. Давай, 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 давай. И пошел, пошел, пошел. И просто ходим, 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 ходим. Давай, 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 давай. А Тёмка вон катается на скейте. Ёлочкой. Вот, вот, вот. Смотри вперед, а не на ноги. Давай, 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 давай. Вот. Потихоньку, потихоньку. Видишь, как получается. А Тёмка отрабатывает другое упражнение. Повороты на 90 градусов. Сначала ведущая нога встает на скейт. Опять 25, говорю тебе. Вот такие вот повороты. Так, а Родька уже опять уехал. Молодец, давай. Вот. Держи равновесие, подальше от столбов отойди. Вот. Поехал уже. Видали? Оп. Первое падение, ничего страшного. Школа от Славяна. Вот так вот. Артём уже прыжок учится. Да, Тёмку учу делать. Оли, это такой прыжок на скейте классический. Основа всех трюков. О, вот, потихоньку. А, Родик, вот. Пытается ехать. Вперед смотри, не на Артема. На дорогу смотри, по которой ты едешь. Давай, давай, молодец.
Вот, елочка уже ходит и, в принципе, уже даже едет. Ну что, смотрите, сегодня вот, Радюшка начал ехать. Пожалуйста. Все, расслабляй ноги, едь. Вот, молодец. Тёмочка научился делать поворот на 90 градусов. Чуть-чуть получается Оли. У него единственное, что забывает ногой вытягивать. Ну, собственно, вот так вот перекладываем свои знания детям. Молодец, сынок, молодец. Тёмик красавчик. Сейчас папа сделает прыжок на скейте через вот эту коричневую. Смотрите и подписывайтесь на канал Семья на чемоданах. Его невозможно сломать. Папа, уже его же невозможно. Видел? Достань. Все, на сегодня. На сейчас, по крайней мере, заканчиваем каталку. Уже все переобулись, переоделись. Бежим сейчас домой, потому что Мирошке приехал подарок, который, к сожалению, не пришел в новогоднюю ночь. Не успели почему-то привезти. Вот, ну ничего. Сейчас он будет точно рад. Я уже слышу, что кто-то бежит встречать. Ой. Папа, ну где ты? Тетя, что, Мирошка? Что там? Что, Мирося, что, показывай? Что там у тебя? Что, сынок? Показывай. О, что там, сын? Ничего себе, что это такое, сынок? Что там? Какая красота! Сынок, что там? Сыночек, что там? Да, это тебе. Это у всех транспорт, и ему нужен транспорт. Ничего себе. Представляешь, давай распаковывать. Давай распаковывать, сынок. Заходи, Артемка. Ну-ка. Надо было написать там, нет? Да нет, сейчас, подожди, Ролик, подожди. Мироша, Мироша, иди сюда, открывай. Да смотри. Мамочка, а я могу. Смотри, Мироша. Смотрите, вот так вот. Оп, Мироша, что там? Дайте он доставать будет. Артем, пожалуйста. Доставай, Мироша. Мироша, доставай. Все, это себе забыл? Смотри там, Мироша. Мирошенька, смотри, что там. Смотри, какая красота. О, Мирося, смотри! Ну чё, Мироша? Наконец-то, да? У тебя свой транспорт. Вцепился, во, какая красота! Не стань, не надо. Наклоняй немножко. Ну вот, и теперь у Мироника тоже есть транспорт, он счастлив как никогда. Родик, Родик, ты его сейчас уронишь. Упал, да. Он поворачивается. Ножки, без ножки на педальки поставьте ему, чтобы... Ножки на педальки поставь. Он не понимает. О, теперь без коляски двигаемся. Опа. Вообще. Да? Мы решили сгонять в Аланию на пляж Клеопатра. Давно там не были. Погуляем, посмотрим, что изменилось. Там огромная зона для детей. Мирошка покатается, дети побегают, попрыгают. Ну и закат посмотрим. Поехали. Едем уже по Алании. Посмотрите, как здесь классно сделаны велодорожки. Очень здорово все оформлено, конечно. Потрясающе. Ничего, вы вылетаете, как ребята. Очки. Ребяточки. И вот, собственно, на них, видите, вот так катаются. Вы знаете, когда я вырасту, наверное, мы купим себе вот такую машину. Вот так вот просто, чтобы капот был вот здесь вот. Чтобы уровень масла проверить, надо будет стульчик подставлять. Но это реально классные тачки. Смотрите, колеса просто почти как Слава. Радюшка. Вот так вот. Держи. Чего держи? Мирошка. Так, мы, короче, приехали. Мирошка доволен. Да, сынок, доволен? Нравится тебе? Вот эту штучку мы купили, да? Побежали. Че? Настенка предлагает суши поесть. Вот суши, суши цоу написано. Так, ну мы все равно, мы в любом случае пока идем на закат. Движуха здесь, конечно, кстати, конкретная. В Алании. Вот красивый, кстати, очень театр. Мудургулу, как-то так называется. Прикольно, департамент театров. Театров, департамент театров. Вот, у нас, кстати, там уже вот виднеется море. Нам осталось тут буквально-то раз, два, три. И все, и мы там недалеко. Мы припарковались, и это, конечно, очень-очень хорошо. Вот мы и дошли. Здесь, значит, парк Алания.
Эбелидиси 100 лет, это тюрк-парк. Вот, так, нам сюда. Мирошка, держись. И слева... Так, и слева у нас здесь... Да, аккуратно. Кукуруза! Канатная дорога. И можно подняться на гору. Мироша, ножки поставь. Да. В том году нам рассказали, что на Клеопатре, ну и даже так интернет говорит, что здесь самые-самые лучшие закаты в мире. Мы в том году проверяли, пока сравнить не с чем, но закаты это везде очень круто. Вот начинается канатка, видите, кабинки почему-то не работает. В том году мы катались, вот, поэтому в этот раз мы подниматься туда не будет. До пяти, ну, возможно, да. Я точно не помню. Но там очень здорово погулять, туда можно подняться и без канатки, например, с той стороны. Там тоже классно. Так, ну, собственно, вот, пожалуйста, пляж Клеопатра. Сейчас покажу, это лучший пляж в Алании. Сейчас глянем. Пляж Клеопатра, он очень длинный, прям огромный. И он делится не просто на какие-то пляжи, а просто, знаете, как бы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее. Здесь вот есть, кстати, тоже парковочка платная. Мы, по-моему, поставили на бесплатной. Ну, посмотрим, если будет чек стоять где-нибудь за дворником, то, собственно, да, все правильно. То, собственно, да, надо будет заплатить. Вот он пляж, смотрите, кто-то в волейбол играет, кто-то просто загорает. А туда можно пойти, там уже непосредственно огромный детский парк. Сейчас, наверное, туда и пойдем. Супер. Спустились на пляж, катимся по настилу. Людей, посмотрите, как много. И все пришли насладиться закатом. Рестораны, кстати, тоже полные вообще. А мы хотим именно до парка дойти, чтобы детки там побегали, попрыгали. Лежачки. Ну, сейчас уже убрано. Мне кажется, здесь днем просто атас. Надо сюда обязательно будет доехать. Ну, до обеда, знаете. Можно будет покупаться. Да. Вон скалы шикарные. Крепость Аланийская. Мы там были. Ну да, были, конечно. Выпусков есть. Да. Можете посмотреть, в том году мы там были, можете посмотреть это видео. Да, Турция 2021 называлась. И, кстати, мы в полном составе. Как всегда, сынок. На самом деле, можно это, пройти как бы там по улице, но мы вот решили прогуляться именно по пляжу. Посмотрите, как здесь очень-очень круто и атмосферно. Да, сынок. Ну вот здесь, пожалуйста, уже закат, тренажерная площадка, здесь детская баскетбольная площадка, да, людей очень много вообще, прям, вот теннисные столы стоят, видите, сколько играют, и все играют, и главное, ничего не простаивает, знаете, как бывает, типа, стоят теннисные столы, и может, типа, кто-то спросит, ну ничего, что они стоят, нет, здесь всегда все играют, баскетбол, теннис, волейбол. Вон на пляже вторая уже площадка и играют. Супер. Вот еще, кстати. Только за сетку уже. Да, сыночек, нифига у тебя память, да. А вы говорите, что дети ничего не запоминают. Все помнят вообще. Смотрите. Площадка. Бегом вообще. Вот так вот. Представляете? Очень круто. Да, это к тому, что дети ничего не помнят. Да, вот я вот уже как раз сказал. Да. А, вот чай мы пили, да. Да, вот в этой кафешке. Тогда чай стоил 5 лир. Узнай, ради интереса, сколько сейчас стоит. Вот еще две площадки. Сейчас вот-вот, буквально пару минут, и солнце, кстати, начнет падать уже в море. Все зелено. Представляете, как круто здесь. 2 января. Я вон в шортах хожу. Тут до сих пор купается, вон в одних просто шортах играют футбол. Вообще это теннисный корт, но что-то они там с мячом. Здесь же фонтаны, можно погулять, но очень атмосферно. Да, пляж Клеопатра, точно класс. Сюда обязательно нужно приехать хотя бы один раз. Кто здесь ни разу не был, обязательно приезжайте, не поленитесь, вам точно понравится. Мы решили не гулять на площадке, а пойти, да, Мирошка, смотреть закат. Но он очень крутой. Такая обстановка, атмосфера великолепная.
Я вот все хочу пешком добраться. Вот так вот по скале до самого края. А помнишь, какой здесь песок был? Да, вот, кстати, песочек здесь такой. Вот такие мелкие-мелкие камушки. Да, мелкие. Но очень приятные. Желтый, здесь желтый пляж. Пойдемте туда вот, к водичке. Так, кто хочет ножки помочь? Да, вот такой вот. Вот такой вот сансет. Супер. Мы здесь когда же купались. Просто считанные секунды и все, и можно уходить с пляжа, потому что сейчас начнет резко холодать. И в шортах мне уже будет точно некомфортно. Это, кстати, самая вообще баскетбольная движовая площадка, которую когда-либо видел. Здесь всегда куча людей. А вот здесь волейбол играют не на пляже, а вот в самом парке. А вот это вот радуга, это, кстати, туалеты, тоже совершенно бесплатные. Так, вот, кстати, вход на канатку. Покажу вам, сколько стоит. По икомету стоит 45 лир. А без икомета 100. Удобный самокат, он попросил снять сидушку, она очень быстро снимается, прям буквально за 5 секундочек. Вот, и дальше он едет. Едет почти сам. Мироша, стой. Ух ты, смотрите, NFT-картины. Ну, кто в курсе, тот поймет, про что я. Прикол. Арт-хаус. Мы зашли в суши. Средняя цена на набор роллов – это примерно 180 лир. Ну, вот на 4 умножаете, примерно там 800 рублей. Это, ну... А мы сами сделаем. Вот. У нас рыбы много, насолили красных. Посмотрим, у нас просто магазин прикиньте, есть. Настенка роллы замутит. Заехали в ПДшную местную. Цены... Это мы находимся в Конаклы. По 40 лир ПДшки, прикиньте. Так заболел зуб еще у меня сильно. Короче, я думаю, что прямо в ближайшее время надо срочно идти к стоматологу. Заодно посмотрим, сколько здесь зубки лечить. Че, сыночек? Папа так сильно болит вообще. Сейчас на стену полезу. Пока ждем ПДшки. Дети пошли на детские площадки. Играют. Нам уже принесли. Приносят это все вот с такими закусочками. Салатиком, что тоже, кстати, классно. Две ПДшечки, подача классная, таких деревянных дощечках, обычно на тарелках. Вот, Мирошка уже наяривает. Приятного нам аппетита. Сейчас насчет чай должны принести. Настен, как тебе здесь ПД? Хочу еще. Хочу еще. Мы на самом деле, да, смотрите, съели наши ПДшечки. Дети доедают, и мы заказали еще. Они такие здесь вкусные. Угу. Просто вау. Тесто просто обедим. Оно какое-то... Ну классно, вот здесь прям классно. Да. Вышло все на 300 лир. Это самая лучшая пидешница, в которой мы когда-либо ели. Подтверждаете? Да, да, да. Вообще вкусное тесто, что невозможно остановиться просто. Да, и мы еще одну и одну. Да, короче, вообще просто 6 пидешек. Все, теперь едем домой. Вот такой вот видеоролик получился. Мирошку отправляют в потолок. Зуб отпустила, слава богу. Надеюсь, сегодня не будет беспокоить. Дотерплю до завтра. Возможно, уже завтра отправлюсь в клинику. Хотя нет, не отправлюсь, потому что сначала нужно деньги перегнать на турецкую карту. Это занимает. Я не знаю, как здесь сейчас еще работают банки. У нас же тоже там в России есть праздничные дни. И, возможно, они даже и не отправят. Но посмотрим уже в следующем видеоролике. Если не подписались с вами в начале, прямо сейчас подписывайтесь. Если не ставили лайки, то обязательно тоже поставьте. Увидимся завтра. Пока.